Привет, привет! Так начинается мое утро. Я позавтракала, и сегодня большие планы приготовить. Решила заморочиться с готовкой сегодня. Хочу приготовить хумус домашний и гуакамоле, и питу бездрожжевую, и еще, может, лапшу по-тайски. Ну, как бы по-тайски. Фьюжн такой рецепт. Вот. Или стхина. Меня тут маленько кунжута. И я вот его сейчас буду перемалывать. Надеюсь, мой блендер справится с нутом. Поэтому я купила готовый. Многие штаты пишут, что отличается, если покупать консервированный нут. Но обычно нут надо готовить миллион часов и вымачиваете, все такое, а я просто хочу попробовать первый раз в жизни вообще, как делать хумус готовый, домашний. Промыла нут, и я очень давно мыть большую кастрюлю, так как шелуха легкая, она отходит, и а нут остается на дне, поэтому она вот так вот. Сейчас будем заливать перчатки для мытья посуды, черные с леопардом. Не, на самом деле, правда, используйте перчатки. И очень помогает. Я раньше не любила мыть посуду в перчатках, но оказалось, что вы реально бережете кожу рук. Вот что у меня получается. Практически готовый хумус. Я добавлю паприку и зиру. Посмотрим, что получится. Я не претендую на какой-то дом. Супер настоящий из Иерусалима, просто моя интерпретация. Посмотрим, как будет. У меня такая была баночка из-под джема, которую дают в отеле. И я все добавлю. Хумус готов! Смотрите, какой красивый получился. Добавила зиру, паприку, лайм. У меня не было лимона. И вот такой. На самом деле не сложно готовить. Мне вообще понравилось. Очень вкусный. К нему еще горячую питу, и будет просто идеально. Смотри, какие красивые баночки для специй купила. Они на самом деле очень удобны. У них крышка из пробкового дерева, и она очень герметично закрывает все. И вот эти ложечки, они удобно крепятся. Я использую их вообще для всего, для набирания любых специй. И она мерная, такая маленькая. Это безумно удобно. Я бы заменила все свои теперь баночки для специй просто вот на такие. Теперь я хочу готовить питу. И самый легкий рецепт, который нашла где-то в интернете. Бездрожжевое. Я как-то готовила с дрожжами, но решила как-то более ПП-версию. И просто добавила муку, немножко соли. Также оливковое масло добавлю и воду. И кто-то называет это пита, кто-то называет еще индийские лепешки. Поэтому, не знаю, посмотрим, что будет. Я делаю питы. Здесь он стоит посреди гостиной. Это Вэй так готовится к походу. Мы хотим пойти на 2 дня. На 2 ночи, скорее всего. Не знаю. Скорее всего, на 1, но Вэй хочет на 2. В общем, мы вчера Вэй говорит, давай ее поставим, посмотрим размеры. Также мы хотели посмотреть, у нас есть воздушный матрас, надувной матрас, и мы хотели посмотреть, если он все войдет. Но он ничего не вошел, поэтому нам надо купить новый. Вот у меня вот такой Вэй решил поставить палатку посреди. Вэй спится. Как прикольно. Пицца 7,95, и ты можешь добавить сколько угодно топпингов, просто сколько угодно еще делаю. Пиццу я сделала. Могли добавлять что угодно, добавила базилик, шпинат. Прикольно вообще. Мне дали бесплатный сок, потому что у меня пицца была с дыркой. Я заказала свою любимую косметику корейскую, фирма Laneige называется. Я долго жила в Корее и поняла, что мне нравится только корейская косметика. Она мне подходит, и там корейцы стараются использовать натуральный состав. И смотрите, как он красиво упакован. Я заказала ночную маску, она очень популярна в Корее.
То есть вы накладываете маску на ночь и спите, ее не надо смывать. Просто не спите. И был подарок. Если заказано у вас $5, то дают такую сумочку. И так мило. Фобот сегодня сама в первый раз в жизни. И я его готовила 5 часов, просто варила бульон со всякими травами. Dear, tell me. It's tasty. It's so good. Is it like in Vietnamese restaurant? Yes, it's better. Honestly, yes, it's like just like it, I remember. Я завтра приготовила еду. Омлет с рисом по-японски. Этот медвежонок как будто спит. Решила сделать что-то миленькое. Чтоб он завтра проснулся, у него был завтрак. Мы сегодня в гостях у друзей Уэйда. Мы будем играть в игры. И хочу показать его дом немножко. У него есть собака. И вот друзья пришли с двумя собаками, двумя лабрадорами. Прикольно. Приехали смотреть кино. Из машины, сидим там сзади экраны, покупаем билеты. Смотреть «Чудовище и красавицу». Блин, я никогда в жизни не смотрела кино. Ты подключаешься по радио на волну вот этого фильма, и поэтому у тебя есть звук. Никогда в жизни не смотрела так кино. Так классно. Я приходила туда, когда чёрт. Guest, be our guest. Put ourselves to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we'll provide the rest. Soup du jour, hors d'oeuvre. Why, we only live to serve.